ну, вот скажем, в какое-то волшебство. Мне кажется, произойдет. Участие в полуфинале для меня самое будет волнительное, может быть, за всю свою жизнь. Потому что сбылась мечта, и Виктор Яковлевич мне дал свою авторскую песню. Она должна стать известной, она должна заставить публику ее любить. Она очень талантливая, для меня будет огромная честь продолжать с ней сотрудничать. Утоли жажду, утоли, напои душу светом радника. Забери мои печали, заново родись. Все обиды мне прощая, обними, улыбнись. Где бы ни был, ты со мной, любимый мой. Ты слышишь голос мой?